привет, друзья! Это последняя, пятая серия, наверное, последняя, из тех, наверное, почему последняя? Потому что я фактически начал повторять все то, что я снимал в течение десятков лет. И, наверное, пора остановиться. Напомню тему. Человек, москвич, блестящее образование, медик. На 24 сутках захотел вырастить копию моего сада, я ответил, что вырастет еще, наверное, лучше. И в какой-то момент оказалось, что у него близко к грунтовой воде возникли проблемы. И вот пятую серию мы эти проблемы пытаемся разрешить. И я пытаюсь объяснить человеку, когда... Как не ошибиться в выборе, потому что можно вырастить просто сад, можно вырастить просто лучший сад. Вот видите, это моя груша в Сибири. Вот по такому принципу. Можно пойти дальше. Можно улучшить каждый вид, каждый сорт, каждое дерево. Это для этого существует технология железного. И мы все это проходили. И осталось до конца решить проблему близких грунтовых вод. Напоминаю, я Железов Валерий Константинович, сибиряк, Шушинский район Краснодарского края. Вот, наверное, лучший сад в России по качеству плодов. Вот. Но мы все это уже в предыдущих сериях проходили. Сегодня 6 июля. Давайте посмотрим, что я еще не успел сказать. Вынужден пропустить тему телегонии, вот, потому что я понял, что это сел на любимого конька, всем ли будет интересно. Фильм создается не только для Станислава Аркадьевича, но и для сотен тысяч других садоводов. Итак, напомню, что Станислав Аркадьевич пригласил меня на полный кошт, на полное обеспечение, только ради консультации. Как специалиста, как друга, я отказался. 71 год многовато для поездок. Я вынужден отказаться от поездки. А моя главная помощница, у меня их двое главных, сын Сергей и духовная дочь Савинич Елена Александровна. В данный момент она аспирант из Красноярска. И вот получается так, что раз я не могу приехать, она может подсказать, наверное, если вы пойдете дальше, ваши труды могут пропасть, и вдруг и правда вырастили лучший сад, начали в Подмосковье, а потом в России. Это просто 5-10 лет, это настолько просто наука завела себя в тупик. И поэтому не мешало бы, чтобы пользу принести всей стране, я не смог этого сделать, несмотря на сотни статей, сотни фильмов, уникальный сайт, вот, десятки посещений телевидения, но не бесполезно. Вот, остаюсь на необитаемом острове. И получается так, что, наверное, Савинья Александровна может, она знает весь Бомонд. Поэтому теперь, возможно, вам придется, я бы вам посоветовал с ней связаться еще к тому же. На всякий случай показываю, что это за чудо. Вот. Такие девушки не могут быть это. Не могут быть, как назвать-то, заурядными. Английский язык, еще три языка. Боже мой, сотни. Еще студентки уже были не одна сотня научных работ. И вдруг, Константинович, я хочу стать вашей ученицей. В этой аспирантке. Краснодипломница, такое желание. Ну и результат. Теперь уже она может стать мостиком между нами, любителями, и наукой, и вы. Вот, потому что это особый человек. Я таких знаю только пока двоих. Это Юлия Матвеева и Лена Савинич, те, которые прошли у меня производственную практику. Представляете? Красноярский госуниверситет. Единственная выпускница за все годы из тысяч, которая умеет ворачиваться.
Вот. Все остальное в холостую, пустую. Представляете? Пустую. Вот. Умение прививать, умение находить геопатогенные зоны. Одна из тысяч. Вот. А у вас близко грунтовая вода, это проблема и вас тоже коснется. Уважаемый Станислав Аркадьевич. И вот я говорю, извините за это лирическое отступление. Лена, позовут, уезжай к черту из Сибири, а то повторишь судьбу моего сына Сергея Железова. Представляете, диплом агронома. Один из лучших садоводов в России. Настоящих садоводов. Не этих, которые за столом сидят и ничего не. И повторяют эту глупость. Лучший, один из лучших садоводов. Его не взяли на первый курс, ему было 28 лет. Агроакадемия Красноярска. Не взяли, понимаете, не взяли. Плати. Это ж, узнаешь, Железов едет поступать, корову дорожку, ведь потом уже только бы приехал сразу, мы вас примем на бесплатный курс, это самое, Сергей Валерьевич Железов. Но с условием, с первого дня вы будете этим самым, садоклассиком, вы будете лекции читать на это, вы будете учить. Мы вам выделим место, вы посадите свои уникальные сорта, вот. Диплом агронома есть, самое главное научить, помогите нам научить тысячи, сотни и тысячи этих. Нет, не взяли, как неуча. Гони монету. Вот, и вот когда я сказал, что Елена, уезжай из Сибири, повторишь судьбу сына Сергея Железова. Вот, тележкой с навозом его можно увидеть. А она, Елена, злится. Представляете? Когда я говорю, уезжай из Сибири, она говорит, не уеду. И вот она может помочь найти, может, среди профессоров, она несколько командировок провела там, в Сколково, еще где-то. Вот. Училась, дипломы получала. Тот бомонд она знает. Может быть, кто-то и подключится к вам, потому что так было у Мичурина. Мичурин работал, подключили к нему профессора. А профессор это, все это фиксировал. Одна из важнейших проблем науки – сближение геномов слив и абрикосов для огромных площадей России. Вы представляете, сколько в России? Это весь юг, северо-запад. Вот. Почему? У слив короткая корневая система, у абрикосов длиннючая. Я уже показывал, рассказывал в предыдущих сериях. Значит, смотрите, я не болтун. Это слива привита на абрикос. Вот. А это абрикос привита на сливу. Да, у них век короче получился. Когда-то все-таки погибли мои прививки такие. Дали несколько урожаев и погибли. Но сближение, сближение, сближение. Понимаете, нужно. Одна из сближения геномов. Это реально. Это несколько поколений. Переносишь вот такую ветку, берешь вот такую, и снова сажаешь абрикос на сливу. Потом еще раз сажаешь абрикос на сливу. Еще поколение. А ведь это каждый год. То есть проходит 3-4 года, все, сближение закончено. И теперь сливовое подвое с короткими корнями, а и красуются абрикосовые эти скелеты или кроны. А еще и не все. Сближение с персиком, слива с персиком, вот. А вот это вот слива, на это, я как бы сказать, если мы можем сближать вот этот результат прививки слива на абрикос, можем, почему тогда абрикос на сливу не можем? Пусть у меня мало пока примеров, вот. Ну получалось, с первого раза получалось, 3-4 урожая получал, слива на абрикосе. Ой, абрикос на сливе. Ах, это химера. Несколько поколений, никакой химеры. Просто на этом останавливаюсь. Раз, штамп мне на лбу. Вот. Заработал звание. И проходимца, и это самого. И продолжал науку. Но единственное, что рядом ставили с Мичуриным.
И вот я не обижался, когда рядом с Мичуриным. Лженаука. Ложное направление. Мичурин, Железов. Да я от гордости лопаюсь, чтоб это. Есть еще вариант, можно быстрее, когда множество скелетных прививок. Самое лучшее выбираем, переносим. Самое мощное. Вот. За мной пошел мой брат. Это Кострома. Абрикос военно привит на порох терновника. Чернок от Железова. Видели? Внимание. Вместо прививки чернок абрикоса на порость местной сливы. Ну, новичок абсолютно взял привычный нож. Черенки из саженца абрикоса. Вот смотрите. Саженец абрикоса выращен был из косточки Железова. 6 лет назад он только взял в руки это, лопату и картошку до этого садил только. Смотрите, как здорово. Черенок саженца, абрикоса, а он, саженец, из косточки Железова. И вот впереди первое плодоношение. Фотографию сделал несколько дней назад, сейчас июль. А посмотрите, какие штамбики. Видели? Вот смотрите. И уже на них плоды висят. Пройдет немного времени, пишите, звоните. Как там? Получились, не получились? Только взял привычный нож, уже чудеса творит. А вот это и есть те самые подвойные сливы, которые я использую. Или красно-желтая. Вот. Видели? Вот она. Это мой Тимошка. Вот. Тоже денег не будет на бюджетное место. Меня уже в живых не будет. Тоже не будет. А он уже сейчас. Я показал вам фотографию. Вы бахнули. С мотокосой, с этим самым секатором. Пересаживают саженцы. Ухаживают за ними. Тоже на бюджетное место. Тоже хрен у него не будет. И никогда у нас садов не будет, когда не изменим отношения. А вот и он, герой. Это он заготавливает эти подвойные сливы. Косточки заготавливают для прививок. Вот. Таких людей не взять на первый курс. Его должны были на последний взять, только чтобы дать диплом и быстрее забрать его в науку. С его умением-то. Отсекаем тупики. Вот это я вырастил колновидное яблони. Посмотрите. Можем, если захотим. Это Сибирь. На это таких случаев всего несколько на всю Сибирь, потому что я в Сибири не обнаружил ни одного полноценного колновидной яблони. Продано десятки, сотни тысяч саженцев. Результат нуль. Так и хочется было вот здесь кукиш надо было. Знаете, в Яндексе набираешь слово кукиш, фото. И тысячи кукишей выбирай. Вот. Эти, это самое... Станислав Аркадьевич, вот такие вот, каким-то образом, даже не знаю как, но это надо опять разоряться, надо у Железного Сергея, вот такие саженцы, корневые отводки, они особые, да еще пойдут ли они у вас, но они не боятся сырости, у них нет центрального корня, видите? Вот, и тогда у вас будет яблоневый сад, уже будет гарантирован, но тогда надо... Чтобы начинать с семян, а у них будут корни, потому что это будут сеянцы. А таких у нас вся тайга заражена ими. Так, это сибирки. А к ним уже привычены мои культурные. Ну, пока просто мотайте на ус, так просто не решить. Может заказать 10-20 вот таких с тайги прямо, чтобы Сергей выкопал. Есть у него сеянцы, но у них корни будут длиннее. А вот это чудо. Потому что у вас же как, близко к грунтовой воде. Вот для них вроде бы даже наука создала. Они палки втыкают, палки обрастают корнями. Какие корни вы видите? Это саженцы Сергей получил из Крыма. Мы должны были с них взять эти веточки и привить. Мы их посадили, они сдохли. Единственное, которое удалось на второй год взять веточку, это мы еще надеялись, но они сдохли. Почему? Смотрите крупный план. Вот эти тупики. Еще не успело
Посадить еще только с посылки, а он уже гнилой. Почему? У него нет корневой шейки. Это палка, воткнутая в землю, и на границе земля-воздух, вот что мы имеем. Вот они, возможности техники, смотрите. Вот видите, все, как он будет жить? Его надо было сразу, садить не надо было, надо было сразу выбрасывать, все равно сдохли. А вот еще, вот в таких случаях иногда, если есть супесь, то есть очень близко к песку почва, большим процентом песка в этом так называемом, условно называемым гумусом, вот тогда еще они подольше поживут, ну, все равно сдохнут, но не в первый год, как тут. Вот. А вот еще, давайте крупный план. Сразу отсекаем, еще раз говорю, все колновидные, все эти самые полукарлики, все эти, вот они, смотрите. Что я получил, он, вернее, Сергей в посылке, что он получил, а? Вот это вот чудо. Еще на стадии прививки уже сгнило. И это все пол России, по крайней мере. Про Сенцева подвое забыли. Но вам, Станислав Аркадьевич, Сенцева подвое не спасут. Ну, когда, если вы все-таки выпишете у Сергея 10-20, а кто вас знает, какие ваши масштабы этих самых сибирок на как корневых отводков без центрального корня. Вот. У них, кстати, хотя у них они не Сенцева, но у них вот этого никогда не будет. Это место у них предусмотрено природой, оно не гниет. И тогда сделали скелет, испытывайте до посинения. Вот это я специально взял одну из сотен фотографий или из тысяч. Просто раз и все. Это на второй год. Ага, вы какое яблочко. Годится. Берем в коллекцию. А у вас одно из направлений может быть. А сделаю я просто коллекцию из 100 лучших. Не, не из 1000. Замучайтесь. Из 100 лучших абрикосов в мире, из 100 лучших яблонь в мире. В мире, подчеркиваю. Когда-то обнаглеете, начнете прямо из Италии выписывать. Мне из Франции прислали абрикосы, должны были 150 граммов. Мне прислали посылку. Прислали наши, они были там, они так хотели мне помочь. А собирали посылку не они. И они вот огромной толщины, вот как эти ветки, взяли, нарезали французы, нарочно что ли издевались. И торцы не обмазали. Я получил, а шла посылка месяца полтора, все-таки граница. Я получил дрова, аж чуть не плакал, представляете? Единственный случай из Франции получить посылку, но не паковали те, кто, они просто платили. Упаковали, подписали, Сибирь, Железово, и получил я эти дрова. Торцы не замазали. Вот так вот. Но сейчас у нас в стране все хуже. В стране больше качества товара не раздавать. То, что еще есть у меня, еще есть в садах Боднера уже покойного и Латинкова покойного. Мы обменивались, кстати. Вот. И, наверное, на этом все. И где сейчас доставать это? Ну, за основу возьмете мою коллекцию. Вот. А вот чем беда. Это ранетка и семечко. Посмотрели? Вот это уже не для вас. То есть для вас, где они там были, вспомните, сына Сергея в руках держит эти из тайги прямо. Они считаются, к ним считается, к дикарям ничего не приживается. Но несколько поколений, чудо свершилось. Теперь уже не подвое привыкают. А привои уже годятся для этих подвоев, для дикарей. Это особая работа. Ну уж точно, если не Нобелевскую, то это работа попроще. Но государственную премию уже должны были вручить за эту работу, за эту технологию. Вот. Но лучше ничего не иметь, чем признавать, что мимо науки как-то все лучшие открытия прошли мимо науки. Как мои, администрация президента, президенту моей книги не показала. Отправили в Минсельхоз. Минсельхоз отправил на Кубань, туда, где Сочи, изучать материалы в Северо-Кавказской академии или университет. И там они сдохли, мои материалы. Вот. Вот так вот.
А вот это вот та колонна, ну, удачный пример, все равно потом погибла. Вот, потому что у них короткий век. Но, еще раз, как бы вы ни хотели, вы можете вырастить 10, 20, 30 для души. Удивлять телевидение, потом у вас появится такая, знаете, вы станете звездой в масштабах Москвы, Московской области, потом уже российской. Вот, потому что, ну, колонны, они выше моей головы никогда в стандарты не растут. Да и невозможно, потому что основа вот эти палки. Вот на этих палках их и выращивают. А потом, где колонны в России? Я все ищу, ищу, ищу. Счет на саженцы пошел на миллионы. И ни одного такого показать не могут. Ни одного. Я имею в виду нормальную Россию. 90% территории, которые мы, кроме Кубани, Северного Кавказа, все остальное, это Северная Россия, я называю. И найдите там вот что-нибудь подобное. А вы можете. Но это будет как извращение, как, знаете, вот, заниматься чем-то основным, ну и где-то в уголочку. Вот. Это так же, как вы вырастить можете шелковицу мою, почему мою, самую расстойкую в мире. Персики мои, самые морозкие. На 10 градусов мороз держит больше, чем официально из научных садов. Персики, да? Вот. Черные абрикосы, персики, шелковица. Вот. Много чего. А абрикосы за 100 грамм. У меня таких несколько сортов уже. Как они увеличивались эти годы? Отдельный разговор. Ну, не идет персик на вашей земле. Видите, какой у него корень? Выкопал я для книги. Выкопал. Вот. Ну что, садим на эту. Я вам показывал, не показывал. По-моему, персик я показывал на сливе. Вот она слива. Вот обратите внимание, справа видите, вот такой кусочек торчит. Это ее, ну, правда, это пуповина, которая должна была дальше продолжать. Но тут хитрость в чем. Она привита. Это подвоенная слива, я вам показывал там фотографию выше. А это на подвоенную сливу привита тоже слива, венгерка. А вот так она передает свои качества. Передает ли венгерка качество, это другой вопрос, как в том анекдоте. Это второй вопрос, профессор говорит, студент и протягивает зачетку. Вот. А здесь получается так, что опять все упирается в эти. И вот смотрите, полюбовались на корни, вот передаточное звено, тут пойдет саженец, 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 саженец. Вот с этим понятно. Вишня, видели? Вот. Можем черешню выращивать и прививать на нее качественную вишню, то есть настоящую такую, как в Узбекистане или в Турции. Так, можем. Почему? Центрального корня нет. Но это отдельная тема. Где вам их взять? У меня их таких десяток, а у вас и вокруг нее лезут с под земли, даже косить приходится лишнее. Вот. Вот это и так. Слива ваше это спасение. Раз. Вишня. Два. Так. Войлочка отдельная тема. У нее тоже можно. Войлочная вишня. Три. Вот. Яблони. Те корневые тетки. Четыре. И вот она, вишня степная. Смотрите. Один из примеров. Он очень поразительный. Почему? Я в свое время привал на них черешню. Они погибли. Ну, я тогда 35 лет назад и прививал. Ну, что с меня взять-то, с новичка-то? Тогда было. Это сейчас меня считают этим зубром. А тогда... А вот человек, простой человек, наш советский, это, вот, это черемушки, у него, мы его называем по профессии, пианист. Теперь все знают, что это пианист. Вот Елена Александровна Савинич, та самая, которая... Я говорю, знает московский бомонд, вот, которая четыре языка знает, и еще, будучи студенткой, уже сотни работ написала. Это уникальнейший человек. Она же изучила всю мою агротехнику, и мы теперь, я ее привожу к пианисту, как другу привожу. Я говорю, посмотри, Лена, вот на это вот, на степную вишню, на кустарник, он умудрился привить черешню, она снизила рост и плодоносит. И теперь, пока она еще жива, неизвестно сколько будет, уже с нее веточки брать и переносить. Вот у нас того добра хватает у нас в Сибири. Именно степной вишни. Я их видел в Кузбассе, даже с
с автобуса видел. Растет как сорняк, никому не нужно. Вот это одно из направлений снижения высоты. И главное, у нее эти корни вот такие вот, вот такие вот. Поняли? Тоже вот такие корни у нее. Вот еще, видите как. Ну вот не повезло вам, или наоборот повезло. Не повезло, что можно было сходу за 5 лет вырастить лучший сад. Не, не в Подмосковье. Нет, что вы, это сильно нагло. Во всей России. А имея такое препятствие, как суглинок, то есть вам придется, я уже заканчиваю этот разговор, подвожу почти итоги, вам придется суглинок, вам придется несколько самосвалов с хорошей землей завозить, сверху рассыпать, в виде гряд, в виде холмов, но это уже все вы найдете материалы на моих сайтах, на моем сайте, на моих каналах, вот, отдельный разговор. Но главное, вот эти основные направления. Все можно иметь, но уже не просто так. Уже, знаете, как это самое? Нормальные герои всегда идут в обход. Эта песня уже про вас. Вот. Ну и сейчас уже время наше истекает. Сейчас выключится опять это самое. Вот. И я просто даже не буду уже комментировать. Потому что, ну вот, хорошо бы абрикосы. Но если у вас есть земля, я показывал схемы. Помните, подводные воды. Или садить все подряд по принципу выживет. Ну, на 5-7-8 год сад может погибнуть. Если у вас правда 1-2 метра. Но если хотя бы 3 уже это. И все-таки ваша основа подвое вишни, подвое сибирских штамповых, сибирских яблонь, вот, подвое сливы, слив китайских, вот, войлочная вишня, на ней даже персик можно привить. Вот придется как нормальному герою идти в обход. Вот. Вот это вот опасно. Ну, любой торгаш сказал бы, покупите у меня 10 тысяч косточек, купите у меня 1000 саженцев, я, вот, и хорошо бы на вас заработал. Я вам рассказал всю правду, всю. Вот. А еще много интересного хотел рассказать, потому что если школьный сад, нет, не школьный, колхозный сад из 1000 деревьев защищал сразу, то я еще много хотел секретов рассказать. Как я свою ранетку спас от садичане, вот это видите, так и каждый год так плодоносят, никому не нужны. Вот. Я ее спасал с помощью ментора. Сейчас уже нет времени, кто из вас уже поймет, что такое ментор. Вот. Как можно удержать качество вот этой вот ранетки. Исчезающий вид, представляете? Страна дичает, страна деградирует, вместе с ней деградируют сады. А вот она моя, которую я вернул, и качество с помощью ментора, прививок крупноплодных, и еще с помощью сильнейшей обрезки. Еще я хотел показать вам сибирку, настоящую, грандиозную снимку, 15 лет. Представляете, какая она сейчас жива. Вот. А вот они, черные абрикосы, теряют окраску. Вот. А можно заняться еще и косточкой, этими кустарниковыми культурами. Представляете, все ваши 24 сотки, а это уже близкая вода. Это уже грандиозный успех. И смородина будет расти, и малина будет расти. Причем начинать надо с лучших сортов. Вот здесь, Елена Александровна, цены нет. Вот, наши Савинич, красноярские аспирантки. Вот, все у нее связи, у нее вот такие сорта есть еще не лучше. Вот. Черноплодка. Можно лечебный сад, вот я так пишу. Может, кустарниковый лечебный сад, Станислав Аркадьевич? Тоже неприятно. У вас будут проблемы с этим. Помощник Ананитова, вы самый практикующий медик, вы не справитесь, это тоже проблема. Вот. А дальше я хотел еще кое-что рассказать, как бы развивался ваш сад. Вот, и вот так. Все, уже время истекло. Сейчас отключится сам это сам. Вот. А поначалу у вас получились бы. То есть садите вот это самое, междурядие засаживайте. Засаживайте, то есть как можно больше эффект получить.